Еще одно ЧП произошло накануне в Богучанах. В пожаре в многоквартирном доме погибли 3 человека. Причина возгорания пока не установлена. Известно только, что, несмотря на усилия пожарных, дом выгорел полностью. Он числился на балансе муниципалитета. Капитальный ремонт в нем за 50 лет ни разу не проводился. В доме официально проживали 52 человека, но фактически не все оказались внутри во время пожара. 4 человека, среди которых и подросток, сейчас доставлены в больницу. Остальные временно размещены в местном доме культуры. По факту гибели 3 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.